Комбатанты Молдовы готовят провокацию. Участники боевых действий против Приднестровья выступили с громким заявлением. Они пригрозили перекрыть все дороги в нашу страну на территории зоны безопасности. Тем самым заблокировать нашу республику. Требование одно – убрать карантинно-санитарные посты на границе Приднестровья и Молдовы. Я хочу вас поставить в известность, что ровно через 48 часов, начиная с 12 часов этого дня, мы будем блокировать все дороги по Приднестровскому участку. Самое интересное в этой акции – комбатанты призвали принять участие наших защитников Приднестровья. Я считаю, что это очередная провокация Молдовы. Вот, поэтому поддержку она не найдет. И я хочу вам сказать, те события, которые происходили в Рыбнице, они не нашли поддержку у членов Союза защитников. Мы считаем, что наш президент и наше правительство делают правильные меры, которые ограждают нашу маленькую республику, но от такой большой проблемы, как пандемия. Им заказали, закупили, они пошли. Больше ничего. Это против нас просто настроено затормозить дорогу, показать, что что-то плохо у нас. По словам наших защитников, действия руководства Приднестровья не позволили допустить коронаколлапса, как в Молдове. Напомним, что еще в начале месяца президент Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности. Тогда глава государства поручил силовым ведомствам не поддаваться на возможные провокации и четко соблюдать правила несения службы.